Итак, всем привет, други мои. Я сегодняшнее свое видео записываю на фотоаппарат Sony Alpha 6000 с объективом 12 миллиметров, широкоугольный объектив 12 миллиметров f/2.8. Но записываю я на f/4.0. То есть, чтобы четкость была повыше, я снизил значение диафрагмы. То есть, вместо 2.8, 4.0 поставил. Ну, как вы видите, картинка очень хорошо выглядит. Достаточно хорошо выглядит. Так что, о чем я вам сегодня хочу рассказать. Значит, на улице погода очень прохладная, плюс 1 градус тепла, то есть уже скоро будет минусовая температура на улице. Такие вот дела. Скоро будет минус, в минус уйдет температура. Ну и благодаря этому, как вы знаете, уже где-то около месяца, как у меня пропала аллергия из-за того, что перестала цвести лебеда. Трава уже сейчас поникла, уже ушла трава, перестала лебеда цвести, так что все у меня с аллергией нормально. У меня сопли текли и глаза слезились из-за того, что была аллергия на лебеду. Сейчас аллергия прошла, и сопли не текут, и глаза не слезятся. Все нормально. И еще я вам хочу сказать, что из-за ковида у меня была новая болезнь, как она называется, это гайморит. И гайморит у меня тоже минимизировался. Почему он у меня минимизировался, гайморит? Ну, я себе капаю в нос, мажу лоб, мажу вот здесь вот на шее, мажу специальными мазями. И от этого у меня улучшается мое состояние. То есть лучше стал я себя чувствовать. Ну, это не может меня не радовать, что я себя стал нормально чувствовать. Это очень хорошо. Так, ну, о чем я еще могу рассказать? Могу вам рассказать, что вот я наклепал много видеороликов в последнюю неделю. Где-то 20 или 30 видео выложил на свой канал. Отсюда у меня выросли просмотры. Это тоже хорошо. Подписалось у меня много народу. Где-то 10 человек подписались за последние 2 дня. Было у меня что-то 5098 подписчиков. Сейчас 5108 подписчиков. То есть пришло 10 подписчиков. Уже больше 5100 подписчиков у меня на канале. То есть канал постепенно развивается, постепенно улучшается. Увеличивается количество подписчиков, увеличиваются просмотры. Это меня радует. Так, ну на этом я свое видео заканчиваю. Улучшу я его нейросетью, чтобы картинка была лучше. Так я снимаю Full HD разрешение, но будет 4К разрешение. Я улучшу картинку отснятую. Так что будет, в принципе, все хорошо, все нормально будет. На этом я свое видео заканчиваю. Ставьте ваш королевский лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем счастливо, всем гудбай. До новых встреч на моем канале. Всем пока. Новости я все свои последние вам рассказал. Гудбай.